Всем добрый вечер. Меня зовут Сергей Багрий. Я менеджер-аналитик официального партнера компании Alipari в городе Кишинев, Республика Молдова. Если меня хорошо слышно, хорошо видно, подтвердите, пожалуйста, одним плюсиком. Напомню, для того, чтобы вы смогли задавать мне вопросы в чате, вам необходимо будет войти в личный кабинет. А в случае, если у вас нет личного кабинета, вам необходимо будет пройти регистрацию на сайте alipari.ru, благодаря которой вы получите ряд преимуществ и полный доступ ко всем сервисам компании Alipari. Тема нашего семинара – анализ текущей рыночной ситуации на основе уровней Fibonacci. Мы с вами сегодня проведем анализ по основным валютным парам и металлам, но в конце семинара можно будет обсудить все ваши вопросы и пожелания. Ну что ж, пошли плюсики, вижу реакцию, вижу ваших подтверждений. Ну что ж, меня хорошо слышно, хорошо видно, так что пора начинать. Приступим. Попрошу открыть график валютной пары евро-доллар с таймфреймом 1 час. Напомню правила анализа, напомню правила стратегии. Во-первых, необходимо распознать волны импульса и коррекции. Для этого мы с вами берем в расчет как минимум, так и максимум каждого дня. Мы с вами сможем определить не только основные волны импульса и коррекции, но сможем даже определить и направление тренда, и даже момент разворота. Но с помощью инструмента Fibonacci мы с вами должны определить уровни коррекции и наилучшие моменты для входа и выхода из рынка. Что касается евро-доллара, тренд по-прежнему бычий. Как видите, валютная пара на протяжении долгого периода времени в основном торгуется с повышением. Актуальная бычья волна началась еще с минимум 3 января, а завершилась на максимум 12 января. К сожалению, на основе этой волны необходимая коррекция на 50% так и не состоялась. Я растянул линии Fibonacci, вы увидите то, что максимальная коррекция на основе этого движения составила чуть больше 23%. Это не та коррекция, которая нас устроит, это не та коррекция, при которой нам с вами нужно было открыть ордер на buy. Но то, что касается меня, я открыл ордер на buy на предыдущей волне импульса. Обращаю ваше внимание на то, что предыдущая волна началась с минимум 20 декабря, а завершилась она на максимум 30 декабря. И вот как раз при достижении уровня 1.0500 мне удалось открыть ордер на buy по тренду. Стоп-лосс сперва был выставлен на уровне 1.0330. Позже стоп-лосс был выставлен в безубыток. Ну а после того, как валютная пара преодолела максимум 12 января, я стоп-лосс выставил в положительную зону на уровне стопа расширения Fibonacci по цене 1.0640. Так что, как бы там ни было, я уже себе гарантировал прибыль в размере 140 пунктов. Но все-таки надеюсь на продолжение тренда, надеюсь на рост евро по отношению к американскому доллару. Жду достижения уровня 160.8 по расширению Fibonacci, цена 1.0820. Ну а опоздавшим пока что ничего не остается, кроме как продолжать оставаться вне рынка. Далее, британский фунт, доллар США. Ну что ж, по валютной паре британский фунт, доллар США ситуация пока что, конечно, окончательно не поменялась, но, по крайней мере, сегодня быки дали о себе знать. Обратите внимание на то, что сегодня быкам удалось обновить максимум 12 января. Это как раз есть начало последней медвежьей волны. И, конечно, если сегодняшний день закроется выше максимальной цены 12 января, мы с вами получим подтверждающий сигнал о развороте. У меня был открыт ордер на sell по цене 1.2250, но все-таки сегодня сработал стоп-лосс. Стоп-лосс был выставлен в безубыток. Я, конечно, ничего не потерял, но и ничего не заработал. Могу показать вам историю счета. Вот он ордер на sell по британцу. Был открыт по цене 1.2250 и также был закрыт по цене 1.2250. Результат нулевой.
В один определенный момент у меня была прибыль в размере 260 пунктов, но я надеялся на продолжение тренда, надеялся на снижение британца по отношению к американскому доллару, как минимум до уровня 1.1920, и, как видите, вчера буквально нам не хватило буквально пару пунктов, несколько десятков пунктов. Ну, бывает всякое, конечно, не стоит огорчаться, главное то, что мы с вами не зафиксировали отрицательный результат. На данный момент у меня открыты 6 сделок. По всем этим 6 сделкам есть прибыль. Это плавающая прибыль. В общем, прибыль составляет $675. Так что с учетом открытых ордеров на данный момент прибыль составляет $2590. Вот уже рост на 26%. Почти что это с 6 июня. Торговать на этом счете я начал еще 6 июня. Могу вам показать всю историю. И вот по закрытым ордерам прибыль составляет $1911, но с учетом открытых ордеров прибыль намного больше. Ну и заодно давайте мы с вами еще раз обратим внимание на статистику, на основные показатели. В моем случае максимальная просадка была 9%, не больше 9%. Ну и с учетом открытых ордеров плавающая прибыль составляет около... С учетом открытых ордеров в общем прибыль составляет 26% примерно, так что соотношение получилось 1 к 3. Максимальная просадка 9%, максимальная прибыль с учетом открытых ордеров составляет 26%, так что я считаю то, что это очень и очень даже хороший результат. Конечно, необходимо будет дождаться закрытия ордеров. Пока что делать особых выводов мы с вами не будем. Но по некоторым сделкам я уже гарантировал прибыль. По некоторым сделкам стоп-лосс был выставлен в безубыток или в положительную зону, так что ничего не остается, кроме как надеяться на продолжение тренда и надеяться на фиксации прибыли по take-profit. Вот очередная сделка, которая, скорее всего, закроется по take-profit. Это сделка по металлу серебро. Но будем ждать достижения уровня 17.14. Доллар США, швейцарский франк, валютная пара, которая также продолжает торговаться с понижением по тренду. Доллар снижается по отношению к франку. Я также в рынке на sell и буду ждать снижения до уровня 160.8 по расширению Fibonacci. Наша цель, основная цель, расположена по цене 0.9880. Пока что нам с вами ничего не остается, кроме как продолжать оставаться в рынке и дождаться продолжения тренда. Давайте мы с вами рассмотрим валютную пару доллар США, японскую иену. Валютная пара, которая все-таки в итоге продолжила движение вниз. Почему говорю в итоге? Все потому, что у меня также был открыт ордер на sell по тренду. Вот он ордер, был открыт по цене 107. Подождите, это же не тот ордер. Вот он. Ордер был открыт по цене 116.85. А вчера, то есть не вчера, 13 января, позавчера, при достижении уровня 115.25 ордер был закрыт по стоп-лоссу, но с положительным результатом. Мне удалось зафиксировать прибыль в размере 160 пунктов. 116.85 цена открытия и 115.25 цена закрытия. Так что 160 пунктов мне удалось заработать. В итоге, конечно, мы с вами... Возможно, зафиксировали прибыль по take-профиту. Take-профит у меня был расположен по цене 111.80. Пока такой цены так и не было. Минимум сегодняшнего дня был на уровне 112.72.
На данный момент актуальная медвежья волна считается волна, которая началась с максимум 13 января, завершилась на минимум 16 января. Сегодня открыть ордер на продажу мы с вами также не сумели. Необходимая нам коррекция на 50% не состоялась. Обратите внимание на то, что коррекция на основе последнего движения, на основе последней волны импульса составляла всего лишь 38%. Опять же, это не та коррекция, при которой нам с вами нужно было открыть ордер. Далее рассмотрим валютную пару австралийский доллар, доллар США. Ну что ж, в данном случае все очень замечательно, все очень хорошо. Тренд бычий, рождение бычьего тренда состоялось давным-давно. Вот уже на протяжении долгого периода времени валютная пара в основном торгуется с повышением. Хочу обратить ваше внимание на момент смены тренда. Открыть первую сделку мы с вами должны были 6 января. Открыть первую сделку нам с вами нужно было по цене 0.73 и 0.5 примерно. Сейчас валютная пара торгуется по цене 0.7538, вот уже на 200 с чем-то пунктов. Это за 2 недели примерно. На данный момент у меня открыт ордер на бай по цене 0.7470. Стоп-лосс выставлен в безубыток. Жду рост австралийца по отношению к американскому доллару до уровня 0.75 и 90. Стоп-лосс пока что выставлен без убыток, но чуть позже, скорее всего, я выставлю стоп-лосс в положительную зону. В принципе, уже можно как минимум выставить на уровне 60.8 по расширению Фибоначчи 0.7500. Так что, как минимум, я уже себе гарантировал прибыль в размере 30 пунктов. Конечно, это не та прибыль, которую мы с вами ожидаем, но, по крайней мере, необходимо застраховаться, необходимо не только уметь торговать, не только уметь правильно открывать ордера, но и даже управлять ордерами. Поэтому одно из правил данной торговой стратегии – это то, что необходимо управлять ордерами, необходимо выставить стоп-лосс либо в безубыток, либо в положительную зону, для того, чтобы не пропустить прибыль, не остаться без прибыли. Далее, рассмотрим последние две валютные пары. Это новозеландский доллар, доллар США, и доллар США по отношению к канадскому доллару. Позже мы с вами рассмотрим металлы, золото и серебро. Жду сперва вашу реакцию, жду ваших плюсиков. Если никаких вопросов нет, напишите об этом в чат, и мы с вами продолжим. Если есть вопросы, пожелания, пожалуйста, также дайте об этом знать. Мы с вами как раз для этого и проводим семинары в режиме онлайн-времени. Пока вы мне напишите свои вопросы, пожелания или просто подтвердите плюсиком то, что все окей, хочу озвучить свои цели по данной стратегии на этот год. В принципе, как вы поняли, стратегия на самом деле консервативная, риски минимальные, просадка небольшая, 9% составляла. Так вот, при таком подходе я годовых ожидаю около 50-60%. За 7 месяцев нам с вами удалось заработать, вот уже с учетом открытых ордеров, 26%. Ну и цель все-таки 50% годовых. Это при максимальной просадке на данный момент 9%. Александр пишет, если можно бренд, ну хорошо, если, конечно, время нам позволит, рассмотрим и бренд. Максим пишет, на следующей коррекции по австралийцу не входим и по другим парам. Это вопрос, Максим?
Конечно, входим, Максим. Если речь идет о следующей коррекции, конечно, нужно будет вновь определить коррекцию на 50%, вновь нужно будет определить наилучший момент для входа в рынок по тренду. Для этого, конечно, нам с вами необходимо будет дождаться закрытия сегодняшнего дня и определить актуальную волну импульса. Все, что могу сказать и уже дать определенную подсказку, это то, что, скорее всего, следующая волна импульса завершится на максимум сегодняшнего дня. Но опять же, я почему рекомендую дождаться закрытия сегодняшнего дня, потому что этот максимум еще может быть преодолен. Поэтому для того, чтобы не спешить, дождитесь закрытия сегодняшнего дня, и только после того, как вы точно увидите, где минимум, где максимум, сможете нарисовать и определить актуальную бычью волну. И на основе этого движения сможете определить коррекции и уровни входа и выхода из рынка. Новозеландский доллар, доллар США, валютная пара, которая также продолжает торговаться с повышением по тренду. Тренд бычий, никаких сигналов о развороте я не вижу. Еще на прошлой неделе были, конечно, попытки со стороны медведей сменить направление рынка. Обратите внимание, это было в день 6-9 января. Медведи пытались преодолеть последнюю бычью волну на тот момент. Она началась минимум 5 января. Но все-таки закрытие дня На тот момент, да, мы с вами получили сигнал о развороте, и этот сигнал оказался ложным. Движение вверх продолжилось, и вот только после того, как максимум 6 января был вновь преодолен, начиная с 12 января, мы с вами также должны были начать торговать по тренду. Вот как раз в день 13 января мне удалось открыть в очередной раз ордер на buy. Ордер был открыт по цене 0.7090. Стоп-лосс сперва был выставлен на уровне 0.7020. Сегодня я стоп-лосс выставил не то что в безубыток, а даже в положительную зону по цене 0.7130. Так что я, по крайней мере, уже смогу зафиксировать прибыль в размере 40 пунктов. Но опять же, это не наша цель. Я надеюсь на продолжение тренда. Ну и, как видите, моя цель расположена по цене 0.7230. Жду еще рост новозеландского доллара на 35 пунктов. Чуть позже, после того, как максимум сегодняшнего дня будет преодолен, скорее всего, я свой стоп-лосс выставлю по цене чуть выше, на уровне стопа расширения Фибоначчи. Опять же, застраховаться в случае разворота, чтобы не упустить прибыль. Ну и что касается последней валютной пары, это доллар США, доллар канадец. Валютная пара, которая также продолжает торговаться с понижением по тренду. Тренд медвежий. Открыть ордер на продажу мне удалось по цене 1.3110. Сейчас валютная пара торгуется по цене 1.3045. Плавающая прибыль составляет примерно 65 пунктов. И жду снижения доллара по отношению к американскому доллару до уровня 161.8 по расширению Фибоначчи. Цена 1.2910. Размер тейк-профита 200 пунктов. Стоп-лосс пока что выставлен чуть выше волны импульса. После того, как валютная пара преодолеет 50% от размера нашего тейк-профита, стоп-лосс нужно будет выставить без убыток. Пока что 50% от размера нашего тейк-профита валютная пара еще не преодолела, поэтому пока что спешить мы с вами не будем. Ну а что касается текущей ситуации, медведям удалось обновить минимум 12 января. Это подтверждающий сигнал о продолжении тренда. Опять же, будем ждать продолжения тренда. Здесь у нас, кстати, небольшая корректировка. Take profit нужно будет выставить по цене 1.29.20. Ну что ж, давайте мы с вами рассмотрим металлы.
По металлу золота я, к сожалению, вне рынка. Мне не удалось открыть ордер на бай. Ну а те, кто планировали покупки, те, кто сумели открыть ордер на бай, вот как раз вчера и нужно было фиксировать прибыль. Вчера при достижении уровня 161.8 по расширению Фибоначчи нужно было закрыть ордер с профитом. Сегодня быкам удалось обновить максимум вчерашнего дня. Что касается актуальной бычьей волны, она началась минимум 13 января, а завершилась она на максимум вчерашнего дня. Как бы там ни было, сегодняшняя коррекция минимальная, так что сегодня мы по-прежнему остались вне рынка. Пока что больше нечего добавить, так что давайте мы с вами рассмотрим последний мой инструмент, рассмотрим металл серебро, и позже мы с вами рассмотрим нефть марки Brent. И если, конечно, нам еще время позволит, можно будет обсудить ваши вопросы и рассмотреть другие активы, конечно, если есть интерес. По металлу серебро у меня открыт ордер на бай. Ордер был открыт по цене 16.57. Ордер был открыт еще в день 11 января. Несколько дней подряд металл не мог преодолеть сопротивление на уровне 61.8 по расширению Фибоначчи. Вот три дня подряд быки пытались, но вот только сегодня им этого удалось. Стоп-лосс я сразу же выставил в положительную зону, чуть ниже уровня 61.8 по расширению Фибоначчи. И жду фиксации прибыли, жду достижения уровня 17.12 примерно. Нет, 17.14. Уровень профита. Так что пока что все хорошо. Ну и завтра мы уже с вами на основе этого движения сможем определить оптимальные уровни коррекции и уровни входа для тех, кто вне рынка, или для тех, кто планирует продолжать торговать по бычьему тренду. Пока что тренд бычий. И до тех пор, пока мы с вами не получим подтверждающий сигнал о развороте, продолжим торговать только в этом направлении. Ну что ж, нам с вами осталось примерно 7 минут. Давайте за эти 7 минут мы с вами проведем анализ по нефти марки Brent. У меня данный счет типа стандарт. Мне необходимо будет перейти на счет типа ACN. Давайте мы с вами откроем нефти марки Brent. Ну что ж, сразу же хочу обратить ваше внимание на то, что тренд бычий. Рождение бычьего тренда состоялось после того, как последняя медвежья волна была преодолена. Последняя медвежья волна началась с максимум 10 января, завершилась на минимум 10 января. Ну а подтверждающий сигнал о рождении бычьего тренда мы с вами получили в день 12 января. Давайте я нарисую основные волны импульса и коррекции. Ну что ж, как видите, 12 января, в день 12 января закрытие оказалось по цене намного выше, чем максимум 10 января, так что мы с вами, начиная с 13 января, должны были начать торговать по бычьему тренду. Открыть первую сделку на бай мы с вами должны были по цене 55.93 примерно. Такой цены было в день 13 января, такой цены было вчера и такой цены было сегодня. Три дня подряд нефть торговалась в боковом диапазоне, но все-таки в итоге быкам удалось выйти из этого диапазона, быкам удалось обновить максимум 12 января, подтверждая продолжение тренда. Стоп-лосс сперва необходимо было выставить ниже волны импульса, ниже уровня 55.20 примерно, с небольшим запасом. Ну а что касается цели, для этого есть инструмент расширения Фибоначчи.
С помощью этого инструмента мы с вами сможем определить цели. Итак, наша цель, расположенная на уровне 160.8 по расширению Фибоначчи, жду рост Брента до уровня 57.70 примерно. 57.70 это наша цель. Стоп-лосс рекомендую выставить в безубыток или даже в положительную зону. Если, конечно, день закроется выше максимальной цены 12 января, то стоп-лосс однозначно рекомендую выставить вот как раз чуть ниже максимальной цены 12 января. В случае разворота вы как минимум сумеете зафиксировать небольшую прибыль. Но, учитывая то, что никаких сигналов о развороте я не вижу, скорее всего мы с вами увидим достижение уровня 57.70. Ну и Марина просит рассмотреть валютную пару, британский фунт, японскую иену. Итак, что касается валютной пары, британский фунт, японская иена, тренд все еще остается медвежьим. Актуальная медвежья волна началась с максимум 13 января. А завершилась она на минимум вчерашнего дня, 16 января. Эту волну мы с вами выделим красным цветом. Если, конечно, ситуация не поменяется, рекомендую в дальнейшем рассмотреть продажи при преодолении уровня 138.50. 138.50, уровень, при достижении которого уже состоялась коррекция на 50%. Со стоп-лоссом выше волны импульса, выше уровня 140.70. Размер стоп-лосса 220 пунктов. Но если все-таки сегодняшний день закроется выше максимальной цены 13 января, мы с вами получим подтверждающий сигнал о развороте, то есть о рождении бычьего тренда. Но опять же, спешить не будем, так что будем ждать закрытия сегодняшнего дня. Ну что ж, нам осталось примерно 2 минуты. Хочу напомнить, в этом месяце, 31 января, 18.30 по Москве, я проведу курс на тему торговлю по шипам, максимум доходности, минимум рисков. На этом курсе вы узнаете секрет определения главного уровня, вы узнаете секрет определения зоны покупок, зоны продаж, вы узнаете про то, где расположены зоны спроса, зона предложения, где крупные участники рассматривают открытие крупных сделок. Более того, торгуя по данному методу, вы сможете фиксировать прибыль в 5 или даже в 10 раз больше. Так что не упустите возможность пройти этот курс. Курс на самом деле бесплатный при условии того, что вы пополните счет на 1000 долларов. Так что спешите подать заявку на сайте alpari.ru. В разделе «Обучение Форекс» в расписании города Кишинев вы найдете этот курс и заодно сможете подать заявку на сайте alpari.ru на 1000 долларов. Вот он курс, вот сама заявка, и не забывайте про то, что необходимо будет пополнить на 1000 долларов. Доступ получат только те участники, которые пополнят на 1000 долларов. Позже этими средствами вы сможете как торговать, так и инвестировать. Курс смотрю не сначала. Выкладываете ли видео куда-либо? Да, Александр, я выкладываю запись семинаров, во-первых, на YouTube и в соцсети, на Facebook и ВКонтакте. Так что, если вам это интересно, можете посмотреть запись либо на YouTube, либо в соцсети. Ну что ж, у меня на этом все. Время прощаться. Я так понимаю, вопросов больше нет. Хочу убедиться в том, что это так и есть. Так что в очередной раз попрошу вас подтвердить плюсиком, и мы с вами завершим сегодняшнюю трансляцию. Александр, для того, чтобы найти моего семинара на YouTube, вам необходимо будет найти страницу компании. Проще всего в разделе «О компании» перейти к разделу «Alpari в социальных сетях». Здесь вы как раз найдете канал YouTube. И вот как раз в разделе «Видео» вы сможете
ознакомиться не только моими семинарами, но и семинарами других преподавателей Альпари. Ну что ж, у меня на этом все. Всем большое спасибо за участие в сегодняшнем семинаре. Завтра, как обычно, мы с вами встретимся в 10 по Москве. В это время у нас запланирован обзор по основным валютным парам, металлам. Тема семинара – ежедневные торговые идеи, секреты внутридневной торговли. Ну что ж, с вами, как обычно, был Сергей Багрий, менеджер-аналитик официального партнера компании Альпари в городе Кишинев, Республика Молдова. Всем желаю хорошего дня, хорошего вечера, удачи во всем, берегите себя, до скорой встречи, до свидания.